Награды лучшим педагогам. Сегодня в Черкесске в преддверии Дня Учителя состоялась торжественная церемония награждения людей, которые в сфере образования отдают свою жизнь. Поздравил учителей, воспитателей, а также ветеранов педагогического труда, которые свою жизнь посвятили воспитанию и образованию подрастающего поколения, глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов. О состоявшемся торжестве, о том, насколько важна профессия учителя, расскажет Альбина Ламкова. До начала мероприятия считанные минуты. Яркий букет с порога каждому педагогу. Он, несомненно, поднимает настроение. А звуки скрипки и виолончели создают атмосферу праздника. Учителями славится Россия. Плоды учения вечны на земле. Помню всех своих педагогов, учителей. Помню и до сих пор общаюсь со своим классным руководителем Анной Степановной. На самом деле, действительно, в жизни каждого человека, каждого ребенка, учитель, педагог – это действительно самое главное, наверное, после родителей, семьи. Потому что вы действительно закладываете в наших детей не только знания, но и их отношение к жизни, отношение друг к другу, отношение к людям, к обществу. На самом деле это неоценимый и незаменимый труд, за что я вас очень искренне хочу поблагодарить. Затем глава республики Рашид Темрезов напомнил всем, что следующий год объявлен нашим президентом годом педагога и наставника. Он обратился к педагогам с просьбой дать свои предложения, на что необходимо обратить внимание в первую очередь и как его организовать, чтобы провести его в республике максимально эффективно. После состоялась церемония награждения. В ответ педагоги благодарили за удостоенную честь. Одна из них – Валентина Елагвенко. В 1978 году по окончанию института в городе Армавир она стала преподавать русский язык и литературу во второй школе станицы Зеленчукской. Сегодня для нее очередной профессиональный праздник. Он стал особенным. Из рук главы республики приняла заслуженную награду. Доктор наук, первоклассные летчики и просто профессионалы своего дела. Это все мои ученики, с гордостью отметила Валентина Елагвенко. И добавила, что это и есть результат кропотливого труда учителя, так как этой профессии можно научиться. Но научиться быть учителем невозможно. Это призвание к тому, чтобы передать другому все, что имеешь и умеешь. Получила награду. Я очень благодарна руководству республики, что вот так высоко оценен мой труд. В то же время это награда и обязанность для меня. Я считаю, что я должна работать еще лучше. За достижения и заслуги в сфере образования педагоги республики были отмечены высокими наградами, а еще почетными грамотами правительства Карачаева-Черкесии, Народного собрания и Министерства образования и науки республики. Альбина Ламкова, Либастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.